Это Петр Мишчевич. У него я покупаю доски. Добрый день. Это Нина, художник, умельница. Андрей. Если доска 3 сантиметра, она потребует 3 года. Усушали он ради. А потом на горе под крышем держат он доски. Ну, кубика. Купил 100. Потрошил сам за 20 лет. Не знаю по-русски. Правильно, 20 лет. 20 лет он работает. 100 кубика, само за иконы и крестовые. Диптики, триптики. А ovde radi на машине, ovde обрадим. To su sve freze. Sad ću vam da ispričam nešto tu. On bude kazat vam istoriju. Какие хорошие. Плачу его сваку. Звали. Играчи такие. Какие музыканты. А ово је ваша історія. Да, это наша історія. Ленин. Од Сталина, па све до горе Горбачова у срцу. Тако је било кад се ја то правио. 80 и неке, кад је потписиван мир онај. Не снимаш, Владимир. С голубом мира он. Од голуба мира, али у срцу Ленина. И носи лик Ленинову срцу. Тако је народ замислио. Ово је награђено, Владо. А он награду. На академији. Ага, хорошее дерево жизни. А вот блаженство стане, значит, и вот има. Она мама, которая будет. Блаженство. Блаженство. От коммунизма. Все разделилось. Когда разделилось от коммунизма. Ну да. Тогда одни били за одну сторону, одни за. Да, одни церковь. Ой, наивечий юнак на Косову. Юг Богдан, Девет Юговича. Ово все негови синови. Юг Богдан имао је девет синова. Девет синова погибли. А Свети Сава? Свети Сава, да. А треба смотреть, надо посмотреть. Вот тут смотри, еще хорошие ноги. Ово иконе, сам да. Ово ти је на Косово убийство Мурата. Это когда сербский турци, солдат Срби, убил турского султана. Анджео Милошу дае снагу. Да. Он работает еще за церкву. Разные такие. Видели вчера такой крест там. Ваш крест. Да, он то работал. Это ваша Беляна Дмитриевич, такая семья, они работали золото. А резьбу он, я живопис. Это он меня сделал, дуре, я работал, это то он сделал, я рисовал. Красивые цвета, все цвета. Это дочь вот их рисовала, эти иконы. А-а-а, пишет икона. Паш, не знам, имам више пута размышлям нешто о томе. Сад се враћам. Kad sam nešto postigao, vraćam se onda na početak. Pa čemu tako? Prvo sam šarao po drvetu, bukva ono, glatka, neki nožić, pa sam volio da crtam nešto. Nožem, i za čudo, pazi, rezbu zdjelao. Tad se nije išlo u crkvu. Čuo, ono, pastir, ja sam čuo stoku tamo, znaš, kao dete. Onda veliko stablo, bukva, glatko ovako. Ja uzem nož, kao imao sam nožić, i nacrtam crkvu. Narisoval crkvu? I napišem ovde ime. И сейчас я размышлял, зачем я то, и стало себе это цирто, или сейчас знал, зачем я то сад цирто. Он не знал, почему это. А там все не ишло так в церкву, мислим. Не ишли в церкву, были коммунисты здесь много. И онда сам успел, едном сам, као неку голуба, направил, и тај голуб је држао границу уста. Протако на 15 година, и онда све помало, помало, помало и тако. Мало помало. Онда почео прво. Linorez, duborez, kako hoćeš, znaš. Pa da. Onda sam počeo posle sve dublje u drvo i došao do skulpture. Zašto nisam nastavio još i dalje? Skazali, pa čemu ti nije raboteš išću tako? Zadovoljio sam se s tim, izašlo to. Ponekad napravim jednu tako. Ne hoćet više, prosto ishodilo iz jevo. Da. A i ovde su i pare. Zdje si imeti djengi. Koji tebi vlado, djengi, djengi, vama dvoči. Svi smo.
Маленький, не треба. Там мой Маш. Маш. Ovo sve je rađeno, sve radim ručno. Eto sve rukom da bude. Evo te sad ovo je ovdje malo urađeno već, a ovo vamo se radi. Jel? Pa sad uzem ovako nožu. Ovako, s ovim drugim. No, hrvo. Mogu ja se? No, ti tu. Tako to ide. A ja? Miniature. Eto tak je za minja. Kako dođe neko onda kaže ovaj. Drugi, ini, ti художник, не хочет такие маленькие. Маленькие иконки, да. Он скажет, за меня такая. Это для вас точно. Такие проблемы, чтобы решать. А кое с тем, давай, это своим птицам. Коме. Давай, попробуй. Как хочешь. Можешь. Это подарок за тебя. Ну да. Ну что? Можете носить, может. Можно понести со собой. Я буду икону писать. Икону буду писать. Да, значит, на сербской доске. На сербской доске. Да, да. На сербской доске. Из Белграда, из Сремчицы. Из Белграда. Из Сремчицы.